что, всем привет, всех с Новым годом. Не знаю, как меня слышно, потому что я стою около своего любимого бассейна на берегу моря. И ветер сегодня сильный, шумливый. Как вы Новый год встречаете? Как готовитесь? Я вот решила обязательно сходить в бассейн. Вот, видите, стою, готовая нырнуть. Конечно, не Дубай, конечно, не Египет. У нас сегодня всего 6 градусов, но солнышко, погода хорошая. И загораем. Водичка теплая есть, солнце есть, вода минеральная, прекрасная, значит, здоровье будет. Потому что я поняла на самом деле, что самый главный ресурс человека – это все-таки здоровье. И поэтому без здоровья у нас не будет ничего. Даже любовь на втором месте. Потому что если у нас нет здоровья, мы не можем любить. Мы не можем, наверное, у нас не будет сил даже быть любимыми. Так что я всем желаю в Новом году прежде всего здоровья. Здоровья, еще раз здоровья, а потом уже всего остального, что вы сами себе пожелать готовите. Света сказала... Хотите? Извините, отвлеклась. Водичка, говорят, в море тоже хорошая, так что пора процедуриться. Всех с Новым годом!